Моя команда в пункте. Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевой расчет к заступлению на дежурство готов. Командир дежурных сил майор Аушин. Здравствуйте. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите ввести радиолокационную станцию в режим «Боевая работа». Разрешаю. Командир дежурных сил, ввести станцию в режим «Боевая работа». Есть. Начальнику боевого расчета. Начальник боевого расчета, майор Аушин, слушаю. Ввести станцию в режим «Боевая работа». Товарищ командующий, станция в режиме «Боевая работа». Товарищ Верховный Главнокомандующий, радиолокационная станция приступила к выполнению задач в дежурном режиме. Ну что, я, товарищи офицеры, всех поздравляю с введением станции в режим «Боевая работа». Вот, надеюсь, что работать будет как следует, будет выполнять все те задачи, которые возложены на РЛС такого типа. Вот. Ну и, естественно, в рамках тех поручений, которые я недавно давал, сейчас я проведу совещание с руководством Министерства обороны, мы поговорим и о тех задачах, которые в настоящий момент являются актуальными. Вот. Ну а всему личному составу я желаю успехов, чтобы все получалось, ну и чтобы и сама работа на станции, и быт всех, кто здесь будет работать, были благоустроены. Рассчитываю на то, что и Министерство обороны, и вы, как командующий, для этого все сделаете. Есть это, ладно. Пойдем. Успехов всем.